Парковаться под деревом чревато неприятностями. Возле дома 17 по Советскому проспекту сразу два автомобиля стали жертвами грозы. Деревья придавили машины «Шевроле» и «Део». То, что видно невооруженным взглядом. На «Шевроле» осталась вмятина, «Део» без повреждений. В других точках города тоже есть упавшие деревья, но, к счастью, без вреда для людей и их машин. Всего за понедельник, по словам директора комбината по благоустройству Виктора Сладких, упало около десятка деревьев.